This is a profound time of transformation. We are actually in the time of the apocalypse. Well, interestingly enough, the deeper meaning of apocalypse, coming from the Greek root, is the great revealing. It is about what has been hidden is uncovered. It's the great unveiling. It is the opening of our consciousness to who we truly are here on Earth as part of the galactic community, as part of cosmic consciousness. We are in the time of the apocalypse. But one of the things that's important to know is that the astrological energies that we're in, the patterns of the planets and stars, are guiding us through this time of transition and transformation. They are our blueprint. In a few days, the winter solstice will be passed, and with it, the hour of the prophecy. Who are they? Politicians, murderers, people of influence. The devil's soldiers. They've traveled from all over the world to witness the anointing of the new king. Oh, the new king. Please. If Iraq succeeds, we'll have a new form, one more powerful than it's ever known. And a shadow will fall upon the earth. Он ответил, что ненадолго улетает. Я шучу в ответ. Да. На выходных встречаешься со злобной сворой? Я думал, вы видитесь только на зимнее солнцестояние. Только он не засмеялся. А он надо всем смеяться, даже над чушью. И сказал лишь: «Ну ты береги себя». Будто ему меня жаль. Примерно в 50 километрах к северу от Дублина, недалеко от излученной реки Бойн, находится один из самых старых существующих мегалитических памятников человечества. Как показал опрос наших подписчиков, 90% людей про него ничего не слышали. Огромная, засыпанная землей гробница Нью-Грэндж настолько древняя, что она была уже старой, когда Стоунхендж и пирамиды только начинали строиться. Когда в фундамент Нью-Грэнджа закладывались первые камни, в Месопотамии, одной из древнейших цивилизаций человечества, к строительству не планировалось ничего, даже близко сравнимого по масштабу. Нигде, ни в Египте, ни в Китае, ни в материковой Европе, ни в Америке, ни в Австралии. Абсолютно нигде. Но чтобы по-настоящему ощутить величественность Нью-Грэндж, нужно заглянуть внутрь. Там, за украшенным орнаментами каменным дверным проемом, находится узкий проход, который ведет глубоко в пещеру, в курган. Пройдя 19 метров по темному и тесному коридору, вы окажетесь в каменной зале с тремя нишами. В одной из них, кстати, когда-то хранились человеческие останки. В 6 метрах над вашей головой гигантские каменные плиты сложены в подобие арки. При их соединении не использовался никакого цемента, никакого раствора.
Но подогнаны они так хорошо, что 5000 лет в помещении не проникает влага. И это еще не настоящее чудо Нью-Грэндж. Чтобы увидеть настоящее чудо, вам нужно приехать сюда зимой и дождаться солнцестояния. Если вам повезет и небо не будет закрыто северными облаками, то вы станете свидетелем древнего чуда. 21 декабря каждого года слабые лучи солнца проникают в идеально расположенное отверстие, высеченное в камне над входом в Нью-Грэндж. На протяжении 17 минут прямоугольник света медленно ползет по полу коридора, пока внезапно лучи не заливают светом весь коридор. В этот момент реальный мир вокруг вас растворяется, и вы погружаетесь в волшебство. Where we have to let go of what's been secure and familiar, as miserable as it's been on the planet in so many ways with how we've been living, particularly in these past 5,000 years. Let your past define the choices we make in the present. For these are the moments that define our future. Now take a look around you. Brothers and sisters in arms. Look how far we've come. Own the moment. Embrace your individuality. Head high. Head first. Don't be afraid to dig deeper. Don't be afraid of what you find. Learn to love the darkness. So we can see ourselves in the light. So when you question the times, always remember, we will rise.
rise again. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura es perfecta. Все хорошо, бежим. Ну же, давай. Я бегу. Стадионе к 7 июня. Спасибо, так, подожди, дорогой. Да, все хорошо? Да. Папа? Мы бежали, запыхались. Отойдите. Почему? Просто много одежды. Не волнуйся. Иван, вы вооружены? Нет, сэр. Прошу, прошу. Моя дочь уже в машине, умоляю. Руки вверх. Нет, постойте. На землю. Моя дочь. На землю. Не надо. У меня дочь в машине. Езжай. Нет, нет. Этот район подлежит обязательной эвакуации. Вам нужно срочно уходить. Хорошо. Бери сумки. Взяла. Все взяла? Да. Все, мы уходим. We're standing face to face with our own human race. We commit the sins again and our sons and daughters pay. Our tainted history is playing on repeat. We could change it if we stand up strong and say. Shield, you camouflage, and you will be mine.
to the shots ring now. We may be the first to fall. Everything could stay the same, or we could change now. Meet me on the battlefield. Emergency mobile alert. This is a nationwide test of the emergency mobile alert system. You do not need to do anything in response to this test. You may receive an emergency mobile alert like this if there is serious danger to life, health or property in your area. If you receive an alert about an emergency in your area, take it seriously and follow the instructions. Remember, emergency mobile alert is an additional channel to help keep you safe. It does not replace other alerting channels like radio, or the need to take action after natural warnings. If you feel in danger, don't wait for an official warning. Take immediate action. www.civildefense.government.nz. Sent by the National Emergency Management Agency. Sent at 6:10 p.m. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अखिल भारतीय आपात अलर्ट सिस्टम को जांचने हेतु भेजा गया है। इस सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। टाइम इज 10 द 10th ऑफ अक्टूबर 2023 11:40 AM 12 Today we are going to experience this very first time here in Norway. All cell phones here in Norway are going to alarm. The police department here in Norway is going to ring or to give alarm to everybody in Norway. Because during, you know, serious situations, the government... Om hva som skjer og hva du bør
survival. Keeping your sights, all of your rivals. Beware of the night that you find yourself in a fight for survival. As we move across that threshold into the age of Aquarius, then across the next 7 years, from 2025 to 2032, I believe it will be the unfolding, the opening, the expansion of these energies of the Aquarian age to take us to 2032, when, as I've talked about in a previous video, we experience in June of 2032 that new beginning cycle of Uranus and Saturn. New, radically new forms and ways of being. Saturn conjunct Uranus. It will be in Gemini, but as I talked about in that earlier video, in the sky, that conjunction of Uranus and Saturn will be in the upraised arm of Orion. That is symbolic, Orion, of the god Osiris, the one who dies and is reborn. That upraised arm of Orion is the symbol of the resurrection experience. The apocalypse has revealed who we truly are. The veils have lifted. The hidden mysteries are brought back to awareness, and we rise into a higher state of consciousness and a completely new understanding of our humanity and our capacity to co-create a new world of compassion, love, freedom, truth, harmony. Deception. Thank you.
В общем, рассказывали историю о мужчине, жившем у реки. И вот он слышит по радио, что река затопит город, и всем нужно оттуда уехать. Но мужчина не уезжает, потому что он каждый день молится. Он знает, что Бог любит его и спасет. Однако потоп все-таки происходит. Герой истории видит мужчину в лодке и говорит: «Эй, давай я спасу тебя!» Тот отвечает, что с места не сойдет. Потом прилетает вертолет, пилот опускает лестницу, но герой истории все равно не сходит с места. После чего захлебывается и умирает. И вот он попадает в рай и очень зло идет к Богу. И говорит ему: «Я молился тебе каждый день, я думал, ты меня любишь, почему ты не спас меня?» А Бог и отвечает: «Я не спаслал тебе сообщения по радио, лодочника и вертолет. Чего еще ты хотел?»